Пистолет. Где мой черный пистолет? Это был эпиграф. Где мой черный пистолет? Обыскал всю квартиру. Нашел плейбой оригинальный американский 1975 года под кроватью. Нашел стоптанные ботинки берлинской фирмы Триппен. Нашел магнитофонную кассету гражданской обороны на другой стороне Дед Кеннеди с пистолета. Нет. Нашел пакетик из-под экстази пустой. Нашел первое советское издание «Борьбы миров» Герберта Уэллса с охуенными иллюстрациями. Таких сегодня не делают. Нашел старую открытку с танцующим скелетом. Нашел анархонаклейку с надписью «Destroy the system». Пистолета нет. А может, его и не было? Но я его четко помню. В руках ощущал его холодную тяжесть. Где мой черный пистолет? Нашел труп таракана за холодильником. Нашел шприц на 5 кубов неиспользованный. Нашел пожелтевшее письмо от девушки, в которую был влюблен. Саня, привет. А пистолета нет. А мне так надо застрелить одну гадину. Да я бы вышел и начал палить во все, что движется. Ненависть, смятение, отчуждение. Приди, отдел Э, и арестуй поэта экстремиста, пока поэт сам не пришел к тебе с пистолетом. Где мой черный пистолет? Искал за плитой, нашел пустую бутылку из-под абсента. Искал на антресолях, нашел гитару без струн. Да какие тут, сука, песни, когда пора вставать и уже мочить этих сволочей. Искал в туалете, нашел старые лыжи. Искал в шкафу, нашел бабушкин заштопанный плащ. Искал на балконе, нашел малую советскую энциклопедию, изданную еще при Сталине. Искал у себя в штанах, но там нет черного пистолета. А я морально готов убивать, потому что слова уже не действуют. Потому что в замках Мордора заседают орки. Потому что кругом обман, воровство и насилие. Где мой черный пистолет? Утром в маршрутке мужик в кожаной куртке сказал мне: «Эй, Маша, ты не пидор часом?» И тетка с золотыми серьгами напряглась, как боксер на соседнем сиденье. А вдруг я и вправду реальный, живой, заразный пидор, прямо заброшенный на Русь из этой Маши Америки. Но пистолета нет! Иисус шепчет из глубины сердца: «Он нахуй, Падме Хум!» А пистолета нет. Группа Тантра Монстр жужжит в наушниках. А пистолета нет. Один чел вышел из лагеря и передознулся, а другого посадили вчера на 17 лет. А пистолета нет. Где мои 17 лет? Где та девчонка, с которой мы голые купались в подмосковном лесу? Где моя школьная рок-группа? Где первая поездка в Питер и разбитый на московском вокзале нос? Где мой брат, ставший русским фашистом? Где мой родной город, спизженный девелоперами? Где тот флейтист-второкурсник, что повесился на кухне еще при совке? Где виниловая пластинка Высоцкого, записанная во Франции? Где мои кристаллы экстази? Почему остался только пустой пакет? Пистолета нет.